Итак, Питер Фуд. Сегодня здесь мы знакомимся с разными гостями, поставщиками, различными представителями услуг. Хочу представить вам наших иностранных гостей. Доброго дня. В первую очередь, как настроение? Замечательно. Я так понимаю, что вы впервые принимаете участие, да, в Питер Фуд? Или у вас до этого уже был опыт? На самом деле, как губернаторство Хоккайдо, мы принимаем участие уже второй раз. Слушайте, здорово. Каждый год, наверное, амбиции, задачи, запросы растут. И я как раз хотел бы поинтересоваться, какие задачи вы ставите перед собой здесь, в Питер Фуде? В этот раз мы привезли с собой очень много очень вкусных продуктов, и поэтому хотели бы, конечно, большому количеству людей их показать, дать попробовать. И ждем, несомненно, множество гостей. Есть какие-то принципиальные новинки, какие-то большие отличия от того, что вы демонстрировали в прошлом году на выставке? Может быть, какие-то тренды, новые технологии? В этом году мы привезли с собой очень вкусные такие продукты, как рамен, это знаменитая лапша в бульоне японская, и знаменитую дыню, юбари мелон она называется. Вот надеемся, что понравится. Слушайте, как вообще впечатление, как народ реагирует на продукты, которые привезены из Японии? С большим ли удовольствием они дегустируют все это, задают вопросы, интересуются? Есть ли спрос? Ну, всем очень нравится, все говорят, что очень вкусно, поэтому мы надеемся, что так и есть. Слушайте, ну мы хотим пожелать от себя хорошего бизнеса здесь, пусть эти 3 дня пройдут для вас максимально эффективно, и пусть товары, которые вы предлагаете, и товары, которые вы представляете сегодня, найдут действительно, займут места в сердце потребителей. Большое спасибо, надеемся, что так и будет. Спасибо.